31 марта в Елабужском институте Казанского федерального университета прошли 8-е соревнования по робототехнике. На турнир лего-роботов по версии Всемирной олимпиады роботов съехались школьники со всего Татарстана в возрасте от 7 до 18 лет. Нужно построить робота, который в течение 2 минут, значит, должен будет выполнить задание, которое предполагается, значит, для каждого вот этого поля. Я увлекался лего с 5 лет, начал строить там роботы, машины всякие. И вот теперь сюда приехал, чтобы выиграть первое место. Младшая возрастная группа должна была предоставить роботов, которые сумеют доставить фрукты, лего-блоки 4 цветов в зоны нужной расцветки. Роботам участников постарше надо было распознать цвета растений и посадить в правильной зоне. А роботам старших ребят полагалось доставить продукты, лего-кирпичи 4 цветов на борт нужного судна. Это умение и конструировать, и программировать, да? То есть умение связать. В общем, по сути, это ведь игра, но игра дальше воплощается в жизнь. В течение нескольких часов ребята демонстрировали ловкость и сообразительность своих лего-роботов. Закончились соревнования подведением итогов и награждением победителей. Ралина Султанова, Айдар Салихов, Универньюз.